Эту зря. Мераба. Ол сыноле. Эфирде қатық. Вебіз эпіңізіні селямлаймыз. Қатық бұл шоу бизнес ақында веб. Біз кенеде бүгін проблемалар ақында қонышы жақмыз. Эбет. Ама башламаздан евел нені айтмақ істердік. Клиплер эп келмекте ве яңы-яңы иштракчилернен таныш етмеге девам етеміз. Иште бүгінге де да уч яңы келген клипні бақа жақмыз. Қарадыңыз премиясы ве ғали 500 бин рублені қазана біле. Ве бұл сефер насыл ішлер екен. Келіңіз бірабер бақайық ве бірабер қимет кесейік. Қарадыңыз премиясы эфирде. Сулейман. Эбет. Кульминацияға яқынлашамыз. Хайырлы ма? Хайырлы. Біз 9 клипнайынды тәқдім еттік, бізде сонки 3 клип қалды. Ве бүгін қызмет етсе оларыны баққа жақмыз. Бүгін кімден башлайық? Сервер Канаковтан башламаға теклиф етем. Асында сервер бейіні біз премия елі енді білеміз. О, бірінші ішіні тағдим еткен еді. Бүгін есе оның екінші мөліф еріна клипіні сейрете жекміз. Бұйық зев хіле бақамыз. Любой отец, наверное, на своих сыновей очень надеется, что эти сыновья вырастут и будут опорой для отца. Там сюжет клипа, он с такой иронией был сделан. Хотелось донести это, что родители надеются на детей, что они вырастут опорой, а дети как-то живут немножко своей жизнью, что ли, забывая родителя. Амина, Амина, тур, қызым, тур, әбілері ғыштырма керек, қызым, тур. Еде, Масан. Турныз, оғанлар, турныз, ағырқылар қазылмамыш, турныз. Баба, сон, давай. Тембел балалары, не апарсын бұлары? Тембел балалары, мен шынды сізін наказать япарым. Еде, бах, холодильник пустой. В натуре. Балалар, что-то мен башым ағырма башлады. Белімді тұтылды. Бешім дақалар қалпанайын. Олды сияқ, мы сияқ шыма. Айқыш болай келсін. Балалар, сізде шен қайтарма қояйым ба? Веселее работаться будет. Давай. Чеки би эр заман.
Ақылдың сой сопларыңызнысыз. Әр инсанның өз ере бар. Ақылда тудыңыз. Машалла, қызма балар. Бірақыңыз сізлеріңізді үйрін сабет япай. Машалла, машалла. Блинчика япты, қызым? Я. Ах, мен күштеген. Чақыр ағашқалары, қызым ашама. Ағашки. Сынасын гүзел ашылар. Бек ач олыңыз, я, бүгін? Да. Яшын чалашыңыз, но үшін ач олыңыз. Пашам. Салашын бір чай ішек, та барып бір қайтарма ойнайық мы топтан? Қайтарма? Сен? Я. Сенімле оғыларын, мана олыны стаянш, менім егітлерім сіз. Гонлюм де хуванш, дюльбер назлы қызым. Чаныма дерман, бабалар, қыз бала, чичеки би эр заман. Таянш оғыныз мана, эр заман. Бабамыз интересный бір адам екен? Да, вообще бы. То башағы, то били. Танцор диска ж баба у нас. Севиля, не вбит такие штрафчимы знун карьерасы та балалықта башлады. 2010-е сот атлысес ярышында штрак етті ве бірінчі ерні қазанды. Ве дауғыра япты ве алида сөз сырасы ось карьерасыны девам ете. Вешімді ойынды бала ерларыны дегілде бұйук фельсефи ерларыны ижра ете. Сусана Максутова, бұ дүния.
Біздің Невбеттеки іштірақшымыз дегерлерінден бек айрылып тұра. Оның ерларының метінлеріні бақсан бам башқа, фельсефи, музыкасы де башқа же, әмде тұш қияфетінден бам башқа. Доғыр айтасын ве бұтын язған сөзлері наздейм, бұйық мананы таши, ве бұ ерларыны дейлеген бұ мананы тапып анлар. Қара Деңіз премиясы ярышыны Дели Дамир екінлей. Салям алейкум, это Дели Дамир. Я готов представить свою вторую работу для этого конкурса. Выбрал эту песню, так как она яркая, дерзкая, креативная, интересная. Я думаю, как раз раскрывает мою суть. Эту песню я не планировал для конкурса. Изначально мы просто работали с Эдемом Бейтулаевым в студии, делали что-то новое. И когда мы почувствовали этот ритм, когда мы почувствовали этот вайб, настрой, дальше работа пошла уже. Так и решили клип на нее снимать, в принципе, вместе с братьями Бейтулаевыми. Осман выступил как стилист, арт-дизайнер клипа. Была проделана довольно-таки кропотливая работа над визуалом, над стилем, над образом. То есть куртка, которая там, мы не просто ее купили, это прям индивидуально кастомизированная вещь. Узоры рисовал Усман Бейтулаев. Над дальнейшим также Эдем выбирал локации уже под этот образ, чтобы все это смотрелось гармонично, чтобы это все раскрывало еще больше динамичность песни. Я благодарен всем своим друзьям, близким, команде за проделанную работу, за то, что сегодня мы можем представить этот клип. Чох сау нас, иншалла, дальше больше.
Кеште бойле мераклы видео ишлер келді бізге. Біз ісе қатықны башлаймыз, ве қатықтан башлаймыз. Алим Аблаевны Давид Эпемыз, сайғылы достлар. Ярдымджымыз. Сегодняшний выпуск называется «За кадром». Сегодня пообщаемся с людьми, которые обычно находятся за кадром. Севиля, Сулейман. О, Савул. Башлайх. Қатық. Савул. Бақайыз. Сон, насыл? О, незетлі. Мен сон ичерім. Ве бүгін Сулейман, бізде пек мирахлы мусафырлер, не үшін десен, біз оларның ішлерін көреміз, әбет. Олар әмде пек чоқлар, ләкен біз бұй инсанларыны көрмейміз. Әбет, біз көреміз, за кадром, яғни, ве оларны дәвет еттік, ве кел әнді ілк мусафырымызны дәвет етейік. Кімден башлайық, режиссер, актер, клипмейкер, бізім яқын достымыз Назим Белялов бүгін. Мен ісе Сулейман азырландым. Ве бұй инсанны бақ насыл мен чағырмаға істейм. Заслуженный артист Крыма. Лауреат премии Крыма «Золотой грифон». Лучшая мужская роль. Актер дубляжа 6 лет. Актер балета 6 лет. 19 лет работы в театре. 23 года снимается в кино и более 50 проектов. Ого. А также жонглер, эквилибрист, космонавт. Шаха и тема. Эльдар Джилилов. Алмушлар, дослар. Эльдар, пошли. Саунс. Назим. Буйрынас. Да. Отырынас. Сразу хотел бы отметить про Назима. С этим человеком мы знакомы очень давно и сняли немало юмористических скетчей. Более 80 штук мы в тот день с нашим режиссером. И все снимал Назим. Для Вером Дваджиевым подсчитали. И все эти работы снял этот человек. Я думаю, ну, можно ему поаплодировать. И в некоторых из них он снялся сам как актер немого жанра, да, как это называется? Пантомим. Да. Ну что, Савол Сана Назим, на этом цветочки закончились. Севиля, может, присядешь? Севиля, давай. Вед без хатых не сыляймас. Алим Махсус коктейль азырлады. Назимбей, ваш хатых называется... Сакл тыкл айды. Пыкылды. Кто знает, тот понял. Более 40 лет проживший, как минимум, на этой земле с синдромом отличника человек Эльдар Джилилов. Саунс. Афетлер олсын сізге де айтамыз. Саунс. Как вообще ощущение? Более 80 клипов. Я думаю, сотнями свадьбы. И столько проектов, более 50, заслуженный артист. Вообще, как вам живется? Ну, я даже не знаю, что 80, да, получается? Получается, что более. Мне показалось 20 где-то, может, 15. Сагул, для Веру Дваджиеву скажу, он меня позвал в этот проект, да, снимать «Храмдаяша», да. Мне очень приятно работать с такими профессионалами. Я счастливый, что попал в этот проект, вот. Все получается. И что я замечаю, этот человек успевает снимать и на камеру, и тут же сторисы кидать. Да. Ну, пока да. ты там участвуешь, уже приходит, тебя отметил на земле. Как ты успеваешь, да, действительно. Это уже свадебная индустрия, и получается, да, на свадьбе такой опыт, надо успевать все. Вы оба снимаете клипы. Вот Эльдарби уже сколько клипов вы сняли? Ну, 3 клипа и одну, ну, типа документалки мы делали. Второе мы на 18 мая подготовили. 4-5 в общей сложности. Ну, больше 10, да, я думаю, да. Клипов. Да. Вы, когда Эльдарби у нас были здесь на программе «Хатых», мы с вами обсуждали ваш первый клип «Заман». И вы сказали, что так как он ваш первый клип, он вам нравится. Да. Затем вы сняли клип для Эльвины Юлдашевой. Вам он нравится? Да, мне нравится клип. Вы знаете, как в творчестве, как всегда, ты сначала выстраиваешь всю эту картинку, ты ее снимаешь, то есть продакшн проходит, потом постпродакшн, и ты понимаешь, ах, не хватило немного времени, ах, вот здесь бы я по-другому сделал. То есть фактически, если, допустим, брать Назима, да, который снимает, у него очень большой, это самый, да, большая практика, я только начинающий. Но у нас все равно разные, у нас жанры разные, в чем мы снимаем.
тема разная, потому что ну, каждая песня диктует, хочешь ты не хочешь, свою тематику, и как видит это режиссер, так он и снимает. У меня был вопрос, я не знал, кто снимал Руслан Ага клип, у меня на зиму был вопрос, о чем этот клип, как бы, ну, для меня важно понять все-таки сторону режиссера, да, вот он снял, и о чем он хотел рассказать об этом, в этом а да, клипе. А вы не поняли, да, о чем? Да, то есть я как бы для себя какую-то картинку выстроил, да, и вот мне интересно было послушать все-таки, может, это и неправильно, с одной стороны, но мне кажется, что в клипе все-таки должна быть какая-то тематика, концепция того, что мы делаем, да, о чем мы хотим донести зрителю, кроме того, что это заложено в песне. О чем это? Собрать народ. Помните, была ситуация, когда начали уезжать в Казахстан, в Ташкент. Там, да, Назим снял клип о группе «Гунеш». Да, да, это крайний, да, не крайний клип. Вам всегда нравится то, что вы снимаете? Всегда довольны своими вот работами? Руслан Ага не обидится, конечно, я думаю. Да, он всегда вот, когда, давай, Назик, все, заканчиваем уже, все. Кушать, поехали, мясо, этли. Говорю, Руслан Ага, подождите, немножечко подождите, сейчас давайте вот еще немножко, вот все, это последний кадр. Вот этот голос его. Он среди нас. Назим, он с нами. Все видит и слышит. Да-да-да. Назим. Вопрос, Руслан Ага. Я меня не шинаш хтырам, озым блесен, да сиджа. Той лав. Сиджа. Не, пожалуйста. Чхармаха керек. Еби. Қарының аш оса, нерваңда ұш екі де кемей, фікірлер кемей. Ашасаң сон, клипін девам етмек мүлкін. Бір қаш суал олажақ. Бірінші суал Назим ағамызға. Чоқтан-чоқ біз турлі мерасимлерде чалышамыз, базылары болі клиплерде де көрішіміз. Өші Назим аға, ем Назим ағамызны таныған адамлар, ем оны янында бұлынған балар, үштей бетте көрелер, вейшітелер Назим ағамыз ердайы мұна қатықында ады бүгін әді цақыл, тықыл, вықыл, мықыл. Мұна тердімесін сорай жақ едім Назим аға. Тердімесі бұ, ем насыл шеведе, бұ, Ноғай шөл шевелерінден, яда ялы бойлы, яда бақчы сарайлы, яда бекім Япония шевесінден. Қандан бұ сөзлер әм тердімесін мүлкін олса? Ну, это, опять же, к свадьбам вернемся. Это все свадебные моменты, когда у нас пары разные бывают, которые работают на камеру, которые стесняются, которые вообще камеру не видели. И ты стараешься им поднять настроение. И я всегда работаю, я улыбаюсь. Если, например, я не улыбаюсь, сразу ко мне подходит, что-то случилось. Им дабыр суаль мүлкін олса, Эльдар ағамызға, 23 ел айтыңыз кинода, иштырак тете 19 ел милли театрымызде, 6 ел балет, ось более бір театральный усталық кружогы бар. Мына суалем шынды клиплерге де кірмеге ниетленесіз. 5 пармақ аузыңызға соқмаға бұ доғыра ма настушыңыз? Кім ол мұнда еллады? Шықарымыз ол мұндан? Керчектен асылы да сұрайжақ әдім әлдараға, сіз насыл клиплеріні шықармаға істейсіз? Бір сюжет линиясы олсын ма? Яда дүлбер ресім клипте, яда белгімде бір клипте сақланылған бір Буюк манасы олмақ керектір. Бір пасқалкалар қалдырасыз. Мына бұл сырны бізге ашыңыз. Башта бірінші сұралға жауап берейін. Театрде енді 5 жыл чалышмайым, мен оның үшін мен вақтым шынды чоқ. Әбетте, мен студия аштым. Бірінші студия актерского мастерства, Қырым Татар студиясы. Чоқсы білмей оның үшін. Ама біз яваш-яваш шынды өзіміздің көстереміз. Біздің баларымыз кинота шықты. Шынды клиплер де мен олар штырақ етелер. Ондан да ғайры спектакльлер қоямыз. Шынды бізде фестиваль олды. Балабан фестиваль Кремский грифончики дейлер оңа. Иншалла қысымет олса бекім скетчлеріні башлар язмаға. Чүнке ода керек. Клипы снимать не очень нравится, потому что сам в кино. Я всегда в кадре, и мне все-таки интересно посмотреть с другой стороны, да, на это все. А, Эльдар ага, а вот то, что люди посмотрели клип, есть уже какие-то отзывы? Что сказали? Да, многие, вы знаете, многие говорят, что очень интересно, но не совсем понятно какие-то вещи. Да? То есть почему вот не дымс-дымс-дымс-дымс переключение через каждые 2 секунды, да, то есть монтажная вот эта самая обработка, да? А всегда важен вообще сюжет? Ты знаешь, я же человек театральный.
Я понимаю, что во всем, что мы делаем, должно быть где-то начало, где-то кульминация, где-то развязка. Просто так набор картинок, она как бы, да, она может где-то интересна. А вы вообще смотрите другие клипы, либо вы вот сами, вот вам пришел заказ, говорят, такая песня, вы сами пишете, либо вы, может, смотрите какие-то зарубежные клипы, какая-то насмотренность. Да, смотрим. Есть очень много площадок в интернете, через которые как бы я самообразовываюсь. Да? Это Vimeo, вот самые любимые мои, которые. На данный момент я не располагаю такой большой практикой и опытом работы, чтобы, допустим, все придумывать самому. Да? То есть я нахожу какие-то референсы, да, они называются. То есть мы набираем референсы и пытаемся сложить этот самый, да, пазл. То есть складываешь и потом выписываешь по нему сценарий. После этого делается аниматик. То есть и после него, когда оператор уже посмотрел, ты посмотрел, есть свет или гафер, который посмотрел, и мы понимаем, решаем, можем ли это сделать или нет. Снимали последний клип за один день. У нас было всего 10 часов. Нет. У нас в это время в кафе люди сидели и кушали. И мы их располагали с одной стороны в другую, чтобы как-то выстроить картину. А зачем в таких условиях снимать? Это было бесплатно? Либо... Да. То есть, опять-таки, упираемся мы всегда в бюджет, конечно. Да? Смотри, проблема в чем? Допустим, чтобы хорошая работа была, у тебя должна быть хорошая команда. Давай возьмем так, просто. Все спрашивают, сколько стоит там клип снять, туда-сюда, там это самое. Мы последний бесплатно почти сняли. Но я просто по расценкам скажу. Просто свет на один день стоит 15 тысяч. Это просто свет. Минимально. Я не говорю, да, это минимально, да. Потому что мы выбираем того, что у нас было, да, что мы могли сами вложить туда. Вот 15 тысяч у нас просто свет. То есть ты берешь все это на себя. Ты и костюмер, и гример, и режиссер. Это очень плохо, Эльдорога. Ты сам стилист, сам гример, так не должно быть. Совершенно. Я с тобой согласен на 100%. Но скажи, пожалуйста, по этому принципу, который ты говоришь, тогда никто ничего не должен делать. Да? Так то есть, а зачем тогда плохо делать? Почему? А почему плохо? Нет, я тебе не мой конкретно. Клип не понравился сейчас? Нет, а ну-ка, я не с этого момента поподробнее. Я не конкретно про ваш клип, а вообще то, что я не говорю плохо, я говорю, что масштаб, то, что ты можешь сделать, да, и что, на что ты способен, это разные вещи. Ты зависишь все равно от суммы, от денег. То есть вам не важно, вы можете сделать даже плохую работу с маленьким бюджетом. Можете взяться и сделать. Знаешь, можно я скажу? Я сейчас отвечу просто. Давай. Хорошо, дело в том, что все мы не гениальные. Конечно. Не бывает такого, чтобы, допустим, я снял 5 клипов, и, допустим, они все были гениальные, и там на раз, там, да, у меня... Ну, бывают такие люди, конечно, но это... Я начинающий. Если я буду зависеть всегда от бюджета, вот, например, вот, ну, берем, да, вот, кто снимает сейчас клипы, ну, не каждый возьмет сейчас, скажет, ты, вот тебе 100 тысяч, типа, мы хотим снять клипы. Поэтому мы, допустим, с Рустемом, может, добавим, мы решили так, да, мы на минималках, но мы делаем. То есть для того, чтобы свое портфолио увеличить, ты должен работать. Ты смотришь на этой работе, ты учишься на ней. Я хочу добавить, ты придешь к этому, когда ты будешь первый про деньги говорить. Потому что ты раз снял, два снял. Это все труд. И труд должен оплачиваться. Ну, я приду музыканты к этому. Приходят, им платят. Операторы приходят, платят. Да? Поэтому... Команда, когда собирается, и каждый, вот вы правильно сказали, что каждый должен заниматься своим делом. Режиссер – это режиссер, оператор – это оператор, световик – это световик. То есть ты предлагаешь так, если у меня нет денег, у меня нет заказчиков, лучше, чтобы я не снимал вообще ничего, да? Так. То есть, чтобы я не снимал ничего? Нет. Просто мне твой совет, что мне нужно? Ты придешь к этому, я не говорю, не снимай. Назим, вот помимо гор, скал, моря, хотел бы какой-то еще клип снять? Вообще все песни нравятся. Вот приносит тебе, говорит, Назим, надо снять. А там Ватана Ахында опять, там, я не знаю, Тойлара Ахында. Не говоришь, Назим, давайте что-то уже другое снимем. Хочется новое что-то, да. Ватан. Я бы взял какого-то молодого исполнителя. Причем песня должна быть попсовая какая-то, на крымско-татарском языке, неважно на какую тематику. Использовал бы там и нейросети, и попробовал бы сделать что-нибудь новое, а не репортажку, как обычно мы снимаем, да? То есть это «Белая скала», танцоры, да, все ансамбли там уже, я смотрю, они начинают между собой, там у кого один ансамбль был в клипе, у кого три ансамбля было в клипе, да, то есть вот таких вариантов, чтобы не было, и там, чтобы «Белая скала» постоянно не маячила сзади. Это у нас очень много достопримечательностей, которые мы можем использовать. Но мне хотелось бы отойти от этого и все это снять в какой-то локации. Попробовать сделать именно клип на уровень тот выйти, который сейчас снимают все клипмейкеры. То есть, ну, а натура, ты же знаешь, как снимают, да, натура? То есть, вот, хоть и говорит сейчас Назим, да, что ей нужна команда, он же снимает сам.
У него нет своего режиссера, да, который там ходит, говорит, сценарий никто не пишет. То есть они вышли, вот как Айдар Агам говорит, вышли, они говорят, давай вот здесь поснимаем, давай. Давай перейдем вот сюда, вот возле этого дерева красивая картинка. Нет, ты не будет. Прав. То есть мы начинаем снимать так. Да, сейчас ты ответишь, подожди. Да, с вами не согласен. Да, и получается, что мы себя там, да, мы пытаемся что-то сделать. Подготовка, предпродакшн, это 75% твоей работы. То есть 75% ты готовишься не так, что ты, Балар, там песню вы напишите, и мы уже снимем, да, там это самое. Ну, я, ты же сам сказал. Там. Апеллирую. Ты же сам сказал, говори сказал. Что-нибудь такое, это чтобы это самое. Это и, короче, и я говорю, да. Что хотелось бы, знаешь, потому что хочется сразу до какого-то уровня подняться сразу. Ну, не просто красивая картина. Можно на телефон снимать, ребят. Ну, не обязательно сейчас аппаратуру покупать по 250, по 300 тысяч. Вот у Назима очень классная картинка, да? Потому что у него, он как оператор, он ну, великолепный просто. Он снимает, с ним можно все что угодно снимать. И хотелось бы, чтобы он еще добавлял сюда, знаешь, вот какой-то вот мысли какой-нибудь там. А вы Назима не приглашаете, потому что он дорого берет? Да? Дело или... в том, что мы работаем с Рустемом Муждабаевым. Мы когда ну, начинали, у нас есть Grammy Records, да. И да? Проблема в том, что он у нас Рустем не снимает свадьбы. А, тут сделай как? Коллаборацию с Назимом. Нет, с удовольствием, как? С удовольствием. А он потому что скетчи снимал, у него очень большой опыт. Но я бы с ним поработал бы, что-нибудь поснимал бы. Но я не смогу ему заплатить. Давайте спросим, почему? А, вот. Сколько? А сколько ты платишь, Рустем? Ну, все зависит. Ну, максимально сколько платишь? Ну, я думаю, что оператор твоего уровня должен стоить где-то... Ладно, физик, не отворачивайся, я же не про всех же сейчас говорю. Я же просто его больше знаю. Я думаю, что хороший оператор должен хорошо оплачиваться. Ну, сколько? Сколько? Чтобы люди от знали. От 25 и выше. О, сутки у него должно стоить не менее 25 тысяч. У нас где-то получается оператор 15 тысяч берет. Да. Да. Не... клип. Где-то или за операторская свадьбу? А за работа, свадьбу сколько вы... операторская работа стоит около 15, от 15 тысяч. Да. Свадьба это уже там... Ну, все говорят, смотря... дорого. Просто да. Интересно. Сейчас очень дорого стало. Лет 10 назад, вот мы сравниваем, примерно, получается, по сумме примерно то же самое стоит. Просто все подорожало. А свадьбы стоят, да. Надо оглашать, сколько стоит ну, свадьба. Ну, просто примерно, интересно, да? Вот... Между нами. От 25 и выше, смотря что снимать, и выше. Да. На самом деле есть среди музыкантов, среди артистов те люди, которые ну, не считают нужным, может быть. Вот у них есть песни, много хороших песен своих, даже авторских есть песен. Они записывают, ограничиваются только аудиодорожкой. Насколько важно им выпускать видеоклип и... От чего больше зависит, по вашему мнению, успех? От самой песни или же от подачи в клипе? От чего успех больше зависит? От ротации, которую ты делаешь. Ты же можешь песню написать и дома сам слушать, понимаешь? Если ты ее выпускаешь уже в соцсети, допустим, запускаешь, да, в ВК, где у нас молодежь сидит, смотря куда направленность твоей песни, да, или на YouTube, когда уже смотрят, да, все многие уже перешли там это сам, тогда оно быстрее распространяется. Для чего ты это делаешь? Если ты это делаешь, чтобы это было общим достоянием нашего народа, допустим, да, или какое-то самое, это ты вкладываться должен туда. Если ты не вкладываешься, сидишь дома и чисто на свадьбах играешь, ну, этому хода не будет. Оно там и закончится. А если такая площадка, например, если артист записал клип, неважно где, неважно у кого записал песню, записал клип, чтобы ее для большой аудитории транслировать? Там, аудио, вот, по сути, тема, проект «Карадыңыз премиясы» для этого и создавался. О, это вопрос, да. Да, присылайте клипы, с удовольствием смотрим их. Это а если круто. Люди хотят, чтобы о них услышали, узнали, вы можете просто ему написать телеграм, отправить, и будет информация. Если записывать в качестве просто аудиодорожки и ждать, что ее будут слушать люди, ну, навряд ли будет какой-то эффект. Сделайте это для кайфа, и, возможно, это будет. В остальных всех случаях я считаю, что это просто погоня за клиентами и пытаться найти где-то для себя рабочее место. Для этого, конечно, надо приложить усилия и снять клип, прорекламировать себя, если мы ищем работу. Если нет, это аудиозапись, дома слушаем и кайфуем. А теперь вот вопрос хотел к нашим гостям, да, задать. Как часто приходят ребята и просят снять для них клип и предлагают какие-то, скажем так, легко
просто, если сказать, сумасшедшие идеи. И мне кажется, что в большинстве случаев навряд ли вы сами предлагаете позвать, так, давайте позовем Джемиля, Атеш или Йылдызлар, кинем байрах со скалы, и вот здесь вот с коптера снимем красивый вид Крыма. То есть, ну, если это вы сами предлагаете, то я, откровенно говоря, вас разочарован. Я надеюсь, что это просят ваши клиенты, и прошу вас немножечко их переубеждать и просить делать какой-то контент, который будет, возможно, первое время немного людей сводить с ума, но потом все равно мы захватим, поработим эту вселенную. Не знаю. Да, набирают, спрашивают, говорят, тут у меня жена поющая, но стеснительная. Хочу, у меня есть деньги, хочу снять клип. Да. Сначала спрашиваю, сколько это стоит. Вот. А я спрашиваю, какие идеи? Ну вот послушайте, вот мы хотим опять же море, скалы, лес, Даглар, Крым. Все то же самое. Все хотят Крым, Ватан. Но не пытаетесь как-то переубедить? Пытаемся, но там песня просто... Вот. Плохим клипом можно испортить даже самую хорошую песню. И совершенно также можно верно, сделать да. наоборот. Верно, да. Вернемся к свадьбам. Назима большого. Мне Назима нравится рубрика в Инстаграме «Танцоры Крыма». Тебя еще никто там за углом не этот? Нет? Было, пишут, да, пишут, есть. Удали, да? Черный пиар, можно сказать. Пишут, вот, смеешься, обсмеиваешь. Я, наоборот, смотрю, что мне нравятся свадьбы, когда они веселые, когда есть люди, которые танцующие, да, что мне писали, да, там, вот, а вы спрашиваете разрешение, да, выставляете, там, да, пишут. Ну, редко, ну, да, в основном... Вы спрашиваете разрешение? Да. Я вижу, да. когда человек, сервер не даст соврать, подходят, вон там 10-й человек сейчас будет конкретно танцевать. Готовьтесь. А я его да, подходят уже, да, знают. Вы же знаете. А у меня вот здесь как пистолет вот в кармане, да, уже готовый. Готовый, да. Я сейчас буду стрелять. Он как начинает. И сальто делают. И на шпагат садятся. Я сильно получил тогда, вот мне, ну это давно было, когда женщина танцевала в Явлок. Она села на шпагат, еще перевернулась вот так. Да. На зиму это все крымско-татарские свадьбы. В основном крымско-татарские свадьбы, да. Я вчера мониторила эту страницу. Да, да, да. И да. смотрите, там в основном люди танцуют за 50. Ну, в основном. Да, это... И что, под какие песни они с таким кайфом танцуют? Я хочу зачитать. «Эй, народ, давай веселей», «Пакистаночка», «Апипай». «Зика да Зика» узбекская, как, да, да? Да, ну, я так расслышала. «Зика да Зика», «Ингрид», «Если б я был султан», «Опа, Гангам Стайл». И иногда, это очень редко, один раз я, по-моему, «Ногай Бетлеры» и «Крым татар тойлары» Мустафа Эмир. И все. Смотри, ты снимаешь свадьбы, ты живешь на свадьбах. А тебе самому нравятся свадьбы? Вот, хороший вопрос. Было время, когда я говорю, я не буду снимать, все, там, уйду, короче, куда-то там. Отношение к операторам на свадьбе как? Отлучился буквально на секунду, прибегает, там бабушка моя с Джанкоя приехала, надо ее снимать. Буквально один раз я просто свежим воздухом вышел и вот... А не портит съемка свадеб, например, не влияет как-то плохо на съемку клипов, нет? Работал я на телевидении, да, долгое время работал до свадеб. Нам запрещали вообще снимать на свадьбах, нас очень сильно ругали. Еще называют это поливать. Да, вот раньше, когда большие камеры были, оператор приходил, нажал на кнопочку, да, рек, и пошел. Поливаю, как огород поливают. Вот, один стол прошел, второй там, там, Подытожим твою речь, то есть свадьбы отупляют операторов. Ну, меня не тупят они. Нет. Может, опыт, я не знаю. Я сразу переключаюсь. На скетчах, например, получил большой опыт. Я опять же повторюсь, что на скетчах это более так телевизионная картинка. Это мастера, да, актеры, как и музыканты там в клипах, и как вот снимал вас, да. Немножко приходишь в норму. Когда мы познакомились с Назимом, как он говорит, работа на телевидении, его заставляли именно снимать правильно сюжет. Четко, грамотно. Я самоучка, который вертел камеры и так далее, и так далее. То есть
чем мы друг друга компенсировали. Он меня научил снимать правильно, я чем-то его научил лоботряс, я не знаю, как сказать. Поливать. Ну, поливать, так скажем. Я всегда, да. Мы друг друга немножко компенсировали. То есть, знаешь, как в таком случае мы, допустим, работая со свадьбами, мы работаем ситуативно. То есть вот люди какие есть, бывают угрюмые, бывают веселые. То есть мы научились находить контакт с клиентом. То есть когда ты начинаешь с ним работать, он не может себя раскрыть. Благодаря вот тем же свадьбам, работая вот в разных-разных ситуациях, научили мы их работать немножко на камеру. То есть это не скажу, что отупляет. Да. Да, это совершенно другое направление, да, это совершенно другая стезя, но... Это неплохо. Ну, Амладах, саголнос, мы всегда почему-то из любой темы переходим на свадьбу, да? Это какая-то вот наша неотъемлемая часть свадьбы. Да, любимая тема и бесконечная тема, тяжело остановить ее, но да. Тем не менее. К сожалению, мы за одну программу не можем все темы осветить, все проблемы осветить, но мы о них говорим с помощью вас. Чох саголнос келген зычун, Назим Белялов, сайголдослар ве Эльдар Бейджелилов. И на самом деле вам обоим хочется сказать саголнос за то, что участвуете в Харадымыс премиас. Снимайте, продолжайте снимать. Эй, удачи вам обоим. Саголнос. Саголнос. Эльдар бей. Назим бей. Бахшишлар. Эвет. Қырым қавесінден лезетлі қавелер, вечайлар, асетлер олсын. Саголнос. Біз ісе қатық шоусыны екінлейміз. Ве пиццатория қавеханесіне тешекүрлерімізіні білдіреміз. Корышкенде. Корышкенде. Сау.